Книжный магазин «КТАП Аманат» открылся в Алматы. Он распахнул свои двери на базе алматинского городского филиала партии «Аманат». В нем представлены отечественные литературные произведения и мировые бестселлеры. Пока в фонде около 2000 книг из 20 издательств, и приобрести их можно по приемлемым ценам. Цель партийного проекта – продвижение произведений современных отечественных авторов, в том числе казахской литературы, и повышение интереса казахстанцев к чтению в целом. В рамках проекта алматинские читатели смогли лично познакомиться с поэтом Алмасом Сакбаевым. Это очень значимый проект партии «Аманат», поскольку книжная отрасль в целом находится сейчас в плачевном состоянии. Перед проектом стоят большие задачи. В Алматы данный магазин первый. В дальнейшем необходимо их открывать в других регионах и так же, как и здесь, оснастить всем необходимым. Подобные книжные магазины при партии «Аманат» вскоре появятся в других регионах. В планах партийцев до конца года открыть еще 10 точек. Сегодня, к слову, книголюбы получили сертификаты от спонсоров на сумму 5000 тенге. На эти средства они смогли выбрать себе понравившуюся книгу. О данном мероприятии я узнала через соцсети. Заинтересовалась, привела сюда своих друзей. Я в целом люблю книги, а здесь, что мне особенно понравилось, можно свою книгу обменять на любую из магазина. Это здорово, меня привлекли несколько книг. Пока не определилась, какую из них выбрать.